Прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен. Добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня вместе с Леской и Нубиком мы построим базу против цунами внутри одного из самых маленьких мобов в Майнкрафте. Кстати, прямо сейчас в комментариях пиши, какой моб в Майнкрафте действительно является самым-самым маленьким, потому что насчет пчелки я не уверен. Может быть, кто-то есть еще, кто меньше нее. Но если это все-таки она, то, короче, пиши свой вариант в комментариях, я на тебя очень сильно рассчитываю. А после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, иначе нам просто не пережить цунами внутри этой маленькой пчелки без этого. А те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, не стесняйтесь и нажимайте на красную кнопку подписаться. И обязательно не забудьте подписаться на канал Лески. Ну что же, устраивайся поудобнее, заваривай чаек, готовь вкусняхи. Сегодня будет интересно. Приятного тебе просмотра. Ну вот, снова мы с вами заблудились. Нубик, ты по своей пятке ориентируешься постоянно, мы постоянно блуждаем из-за тебя. Какое лицо плоское, у тебя квадратная голова зато. Леска, что делать будем? Что там стоите? Да не знаю, давайте выбираться куда-нибудь. Так, вот смотри, там просвет какой-то. Пошлите туда, в сторону просвета какого-то. Вон, я песок вижу, смотрите. По-моему, там берег начинается. По-моему, все, выбираемся. Так, выбираемся, привет, Хрюшка. Наконец-то мы кого-то увидели. О, смотрите, тут крабики даже бегают какие-то маленькие. Крабики? Так, Нубик, давай спроси у них. Побежали сюда скорее. Так, нам нужно базу срочно строить. Сейчас в первую очередь нужно про базу, короче, подумать. Слушайте. Мы с вами, помните, базу, получается, в Хрюшке строили и... О, пчелы летают. Погодите-ка. А можно попробовать базу внутри пчелы построить? Можно я их ударю? Не надо их бить, ты что, зачем они маленькие? Ты что, зачем? Смотри, какие красивые. Они мед производят, тут цветы опыляют, ты их бить хочешь, Нубик? Ты совсем, что ли? Не надо бить, слышь, понял? Не надо их трогать вообще, понял? А как мы внутри пчелы будем, подожди. Так, давайте попробуем ее как-нибудь увеличить, короче, я не знаю. Давай, короче, давайте, не знаю, вместе на счет 3, короче, посчитаем, и может быть она сейчас увеличится. Так, давайте, короче, давайте. Раз, два, три. Опа! Вот, все, отлично, получилось. Офигеть, ну конечно получилось. Еще бы оно не получилось, вы что? Да как так получается-то? Оно никогда не получается. Офигеть, слушайте, несмотря на то, что эта пчелка теперь намного больше, чем вот эта настоящая пчела, место на самом деле в ней будет намного меньше, чем в ком-либо ранее. Почему ты думаешь? Смотри, по-моему, такая большая. Но она просто высокая, но смотрите, два этажа сделать толком не получится. То есть перекрытие максимум один этаж будет, то есть одна какая-то комнатка, но как туда все вместить, это уже другой вопрос. Короче, попробуем сделать. Может, на ней улетим потом отсюда? Может быть и улетим, я не знаю. Кстати, реально, может и улететь, хотя вроде пчелы очень высоко не летают. Так, я нашел, кстати, огромное количество разноцветных блоков. Интересно, зачем нам разноцветные блоки? Там красные, желтые. Так, а где инструменты какие-нибудь? Сейчас, погодите. Инструменты здесь у меня. О, вот все, так, стекло. Посмотрите, тут даже настолько мало стекол, то что обычно стекол прям очень много бывает, а сейчас их прям ничтожное количество, я бы сказал. Здесь, о, интерьерчик, забираем. Так, люки я забираю. Где лестница? Где лестница? Где лестница у нас? Погодите, кто-нибудь лестницы видел или нет? В том правом ящике нет? Так, нет, я не вижу, я не знаю. Посмотрите, кто-нибудь, его забрали, может, лестницу уже? Я забрал. Ну, давай сюда тогда, я же спрашиваю, где лестница, ты молчишь все это время. Так, опа, забираем. Так, нам нужно как-то вход в эту пчелку, короче, сделать. Давайте как-нибудь ее посередине, наверное, организуем этот вход. Так, как сделать? Как нам сделать? Погодите-ка, сейчас я немного земли откопаю, чтобы подъем первоначально сделать, а потом мы сейчас обрубим всю эту землю отсюда. Так, бац, отсюда. Так, сразу максимальную высоту сейчас попробую взять, насколько это тут возможно вообще. Давай, Леска. Так, заходим внутрь. Что? Так, заходим внутрь. Все, по-моему, это будет максимальная высота. Так, и максимальная ширина будет где-то примерно вот столько, наверное. Да, все правильно. Дырки? Так, отходи отсюда, Леска, мешаешь. Уйди отсюда. Так, быстрее, Леска. Так, опа, все поставили. Так, какой интерьер? Зачем вы все внутрь лезете? Дайте мне пространство хотя бы сделать. Вот сейчас сделаем, смотри, вот сюда, дай. Нубик, что ты меня бьешь? Я тебя случайно задеваю, потому что ты на мне стоишь просто там. И мешаешь пройти. Так, куда там? Ширь, сюда же идем? Так, ширь, все. Ой, туда прямо идем. Я тут это немного прорубил, короче. Так, стой, не туда ты идешь, тут же глаза у меня начинаются. Что делаешь? Ну ладно, одну эту сюда можно еще сделать. В другую сторону же надо. Ты что делаешь-то? Ты смотри, хотя бы ты видишь, у него голова в ту сторону находится. А это что тут такое? Погодите. Я что-то запутался вообще. Так, а Нуби, здесь что? Там вот что-то голубое. Что ты несешь вообще? Понять не могу. Это глаза же у него, вот это глаза. Где глаза? Это глаза?
Так, вот, стойте, все правильно, да, все правильно, все. Так, куда нам идти тогда? Так, нет, давайте дырка. Здесь тогда сделаем вот так и копаемся в ту сторону. Все, вширь не надо копать, я же говорю, вширь больше копать не надо. А куда идем тогда? Сюда идем? Вон туда, да? Вон, куда Нубик копает, он все правильно делает. Только я, Нубик, говорю, вширь не надо, куда ты теребонькаешь-то дальше все это дело. Давайте туда я до конца делаем. Теребоньковный. Так, делаем, жив давайте был. Строим, строим, быстрее. На самом деле комната здесь, да что ж такое-то? Комната на самом деле действительно большая получается, очень высокая. Я сейчас, кстати, помру одним. Только как нам всю эту высоту тут это заполнять? А вот эти столбы оставили. Какие столбы? Что ли? Не будем их убирать? Что-то? Нет, зачем? Там глаза у нее находятся. Пускай под защитой будет. Они сейчас вас увидят, она же ослепнет вообще. Что, выдавятся глаза в обратную сторону, что ли? Да. Касая, как Нубик встанет. Так. Сейчас, Нубик, сейчас. Подождите, давайте пространство сделаем, потом уже все остальное будет делать. Давай я тебе сантехник. Все, смотрите, это последний. Это последний получается. Тут то, что уже хвостик маленький начинается у нее. Так. Высоту делаем еще. Я ничего не вижу тут вообще, на самом деле. Так, вот, давайте поставьте тут это как-нибудь симметрично факелы. Готово. Всякие тут. Готово. Так, сейчас я вверх поднимусь еще. Люк, наверное. Кстати, у нас никаких зонтиков сегодня ничего нет. Так что я, честно говоря, не знаю, как мы будем, что у нее на спине делать там. Да. Так. Там, по-моему, еще что-то, какие-то материалы были. Да, о, все, вот эту штуку я обязательно забираю, никому эту штуку не дам. Слушай, а там вот эти вот зачем цветные блоки были? Как ты думаешь, для чего? Так, а что с этим делать? Я не очень понимаю. Так, и тумбочки. Тут куча меда, кстати, есть. Никто его даже не взял. 6 бочек с медом. Я взяла 2 штучки. Офигеть. Так, нате, потом поставите куда-нибудь здесь, короче, этот мед, не знаю. Так, что там, печку всякую ставьте, короче, то, что тут есть у нас. Что-то тут так мало листа, было. Листва. Нет никакой листвы, наверное. Так, листвы, а это что такое здесь, зачем это стоит, непонятно. Так, это так вот, сюда мед поставим. Пардон, так, это... этого как-то криво ставить вообще не умеете, насколько я понимаю. Так, дайте-ка, опа, вот так поставим. Какие-то. А, окна, так, окна, ставим. Точно, слушайте, погодите, окна надо сделать, все самое главное. Так, там, Нубик, уйди в сторону, что ты передо мной опять встаешь? Так, что это про мощь? Насчет листвы, может, мы ее это возьмем там, так я сбегаю, так, посмотрю. Это сюда. Так, ну у тебя не получится, у нас ножниц нет, у тебя не получится никакой листвы добыть. Точно. Так, я пока что делаю вот это дело. И меня все-таки настораживает вопрос: зачем в сундуке лежали какие-то непонятные цветные блоки? Вернее, понятные, что за блоки, но зачем они нам нужны? Не знаю, слушай, ей на голову ставить. Красный, желтый, зеленый и всякие вот такие вот блоки. Как вы думаете, зачем они нам? Красный, желтый, зеленый. Пчелу мы точно не сделаем. Не, пчелу нам не хватит. Такую построить, она вообще какой-то другого цвета непонятного будет. Цветок может быть? Цветок? Кстати, возможно, может реально цветок у нее какой-то построить перед носом. Чтобы она могла типа опылять, это же все-таки пчела сама не настоящая. Что тут фигня такая, все. Отлично. Так, Нубик, ну ты надоел, ну ты опять начинаешь, что ли? Ну ты достал меня, честное слово, как он меня достал уже? Нубик, хватит так делать, серьезно. Он просто все пространство заполняет ненужными всякими блоками и все. Вот это нам зачем здесь надо вообще? Вот это вот, что это тут? Проверю сундучки. Так, ничего оно не ломается, нифига, это ванная дурацкая. Сейчас я его выкину вообще в океан. О, все, не будет никакой. Нубик, ну ты всю пчелу разломал, Леска, посмотри. Ой. Ну что он тут сделал? Зачем он это делает постоянно? Так. Все сломал. Все, что можно было, все сломал. Все, ванной, кстати, больше никто не получит. Я пойду цветочек строить, раз вы не хотите его строить. А давайте наверх-то чего прорубим туда, на крышу. Куда? На голову. Цветок? На нее. Так он гигантский будет, в смысле, больше нее. Ты как на нее цветок, который больше нее посадишь? Мы будем на крышу, наверх, чтобы смотреть цунами. Чего? Чё, зачем цветок на крышу строить у этой пчелы? Ты чё? Прорубать крышу, цунами смотреть будем? А, ну не знаю, может сделать, откуда я знаю, сделать, если хотите. Я просто лестницы не вижу. Нубик, сейчас, ты глуп. Так, вот это не надо, вот это не смешно. Нубик, это вообще не смешно, у тебя шутки очень дурацкие, я тебе серьезно говорю. Ты надоел. Быстро убирай эту всю фигню. Вот ты достал уже, ты все превращаешь в какую-то фигню, блин, полнейшую. Леска, смотри. Чего? Нубик, я вообще не шучу, я тебе честное слово говорю, на полном серьезе. Смотри, что он сделал. А что делает? Убирай быстрее. Убирай давай, какую-то? Слышишь, убирай быстро. Задолбал меня уже, реально, сколько можно, Нубик? Так, все, я пошел цветочек нормальный строить. Где тут блоки были? Так, это сюда, это сюда, это вот сюда. Так, это забираем. Вообще не смешно, вообще не смешно, вообще абсолютно. Так, Нубик, тебе на полном серьезе говорю, слышишь? Так, убираем. Подожди, Нубик, подожди. Я хочу, знаешь, что сделать? Вот тут мы сможем с тобой сделать лестницу, чтобы подняться. Блин, какой-то дурацкий цветок получится, короче, я не знаю. Фигня какая-то, вилка получается, а не цветок на самом деле. Так, это типа стебель. Так, всякие штуки, стебельки в эту сторону получается. Нубик,
Не застраивай ничего, что он там делает, Леска? Посмотри, проконтролируй. Шелли стал садовником. Что он там делает? Нубик, не делай так. Что? Он ломает пчелу, либо что? Нет, нет, все. Ты, если что, ему там замочи этого Нубика, потому что он что-то совсем все границы переходит уже окончательно. Так, все. Подожди, подожди, Нубик, подожди. Я тут пока что... Я пока цветок тут еще выше сделаю. Вот таким образом. Так, так, так. Как мы можем... Давай подумай, как мы можем подняться. Слушай, мы на самом деле можем, знаете, что сделать? Мы тут можем Нубик, ты знаешь, что будешь? Я сейчас цветок построю, ты пойдешь цунами в цветке переживать, ты понял? Будешь в цветке сидеть, все, цунами, и все. Никуда, все, мы сделали выход на крышу. Так, отлично, все, наконец-то, 3000 лет. Если что, отсюда серфить начнем. У-ху! Так, сейчас я еще тут добавлю, надо еще побольше, наверное, цветочек этот сделать. Вещичков у меня уже вещичек больше так, нет. Можно вот так я сделать. Знаю. Давайте вот этот мед на... Нее на спинку поставим, прикольно. На спинку? Ну, поставь, да. Да. Я все равно девать, по вот сути, так. Там некуда практически. Вот так, так вот, и красиво. Тут берем вот сюда. Подожди, о, ну, Вик, все, такой будет цветок у нас, короче, да. Правда, назад. Да что такое, куда ставятся все эти дурацкие блоки? Так, вот все это поставилось. Слушай, а у тебя цветок классный получился. Нубик, так, посмотри, ну, естественно, какой цветок классный. Вообще. Тут еще и опыление внутри желтенькое есть. Тут вообще все как надо, короче. Так, только классно. Как мне теперь отсюда смотрит спускаться? Вот это, конечно, другой вопрос. Вот я совсем об этом только сейчас и подумал. Так, кстати, наверное, вот так по-быстрому все спаркурил. Во, нифига, класс, вообще прикольный цветок. Смотрите, реально можно цунами прямо на этом цветочке переживать. Красиво. Какой-то да, тюльпан прикольно получился на самом деле. Нубик, ну зачем ты роза, сломал? Кстати, да? Ты не, что мы сломал? А нет, что нет, я мы выход на крышу сделали. Мы выход на крышу сделали. Ой, там как он меня прыгает достал. Ну, Леска, что это за фигня? Подожди, Нубик, подожди. Ну ты надоел. Ну сколько можно уже? Выход на крышу. Нубик, вообще готов не смешно, нисколько, вообще ни капли, ты понял? Так, вот это нам надо убрать. Леска, он меня надоел, честное слово. Успокоился, надеюсь, уже. Все, капец, окончательно. Давайте убирать там, все мы сейчас с вами. А вот, кстати, здрасте, приехали, Нубик, посмотри, цунами-то уже появилось тем временем. Вот ты бы проходы все там заколотил, мы бы как вылазили потом из пчелы-то. Ты думал об этом хотя бы немножечко, нет? Да. Вот никак мы не вылезли. Так. Давай скорее в дом. А, понял. Куда пошел? Капец, у нас тут лестница. У нас тут, не, получается, Нубик, ступеньки самые. Куда ты бежишь? Совсем, что ли? Голова с плеч съехала. Что ты делаешь? Совсем себя ты не видишь, бережешь. Ты свои глаза в зеркало видел? У тебя скоро глаза, вот голова как глаза, короче, разъедется и все. Давай, беги скорее сюда. Слушай, а красиво, да, идет цунами? Я в цветок да, хочу. Прикольно. Какой цветок? Не, слышь, не надо ничего смотри, ставить. Ты сейчас свои эти стебельки прям толстые сделаешь, классно, и там прям классно цветок уровень, от цветка видишь, никакой эстетики не останется. Не надо ничего делать лучше. Все, холм, так, холм, смотрите, стойте, погодите. Водой. А вы... Чего? Вы понимаете? А что вы сделали? Лодку взял? Погоди, стой. Чё? А вы понимаете то, что цунами как бы сюда залетит-то сейчас? Меня. Вы что сделали? А? Сейчас, стойте там. Сейчас я нормально все цивильно сделаю. Вы что не сказали, подожди, то, что вам взяли? Это лестница? Лодку взял? У меня кстати много, у меня очень много лодок, на самом деле. Я специально очень много взял. Так, еще и тут все сломали опять. У меня ну, две лодки. Что такое происходит? Так, сейчас я ставлю. Все, смотрите. Вот, нормальные. Так, если бы я сейчас этот ступеньки не починил, вода бы сюда залилась. Вы думали, что ну делали да, это вообще? Вся задохнулась. Вот всё, именно. Всё, совсем не подумали. У кого сколько лодок? У меня две. У меня четыре, все, я победил сегодня, ё-моё, короче. Король, меня никто с лодки не столкнет, стал, никто ничего сделать не сможет. Так, я пойду пока что интерьер посмотрю, что у нас тут получилось. Получилось классно на самом я деле, мне очень нравится вот этот цвет коричневый и желтый сочетается, и прям так уютно цветок получается в нашей базе. И стеклышки. И вот эти стекла, да, шпионские, через которые видно только изнутри получается. Слушайте, цунами уже все, нижнюю часть уже почти прям снизу полностью идет, покрывает. Посмотрю, уже посмотрю до ящиков до этих я дошло. Тоже. Офигеть, можно. Так, давай, ближе, красота, ближе, ближе. Кстати, там можно земель посломать, с помощью которой мы поднимаемся. Ага. Чтоб там ничего не было. Так, сейчас я вот так спущусь. Так, слушай, бац, а как сломали красивый цветок сейчас зальет, кстати, посмотреть, как он будет. Да, сейчас посмотрим. Да? Мне интересно, что будет с пчелой, когда ее вода накроет. Пчела же, по-моему, воду ну, не любит, как бы, наверное. Я не знаю, там купаться в ней. Ну, она уж точно. Водой. Так, ну цунами на самом деле становится все ближе и ближе. Я не знаю, я, честно говоря, не очень, вернее, не очень уверен в этой базе нашей сегодняшней. Потому что если не база знаю, в собаке, нравится, то это как бы собака там, а вот это как бы ага пчелка маленькая, то это уж совсем какой-то... Не, нормально, выдержит, я думаю. Какая-то милипусечная штука получается. Так, первый уровень сейчас уже полностью заполнится, кстати, тем временем. Пошла, пошла вода. Так. И справа, и слева везде уже сейчас синие плавают. Сейчас пойдем серфить. Сейчас пойдем серфить. Я хочу серфить, я хочу, кстати, чтобы сначала полностью пчелу накрыло, а потом если что серфить идти. Посмотреть, ну, как это все дело будет смотреться вообще. Так, давай же, волна цветок, цунами, цветок, давай, цветок, попробуй смотри, только ближе подойти. Так, цветок все, цветок стебель накрыло. Ну-ка, 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 все, да, нормально. Смотрите, мне кажется, или стебель белого цвета стал снизу? Под водой, снизу, да, 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 под водой белого цвета стал. Подожди. О, так смотрите, смотрите, что с ним происходит. А пчела наша поменяет цвет или что там? Ну-ка, подожди, я не вижу. Я не знаю, что получается, что это вода так в стебель поступает, она что ли? Она желтый становится.
Не знаю, почему. О, пока, Нубик, пока-пока, ты что падаешь-то? Ты чего, ты же не поднимешься? Да, кстати, он не поднимется. Нубик, ты остаешься там. Будешь почему, там выживать, короче. Белый стебель стал? Так, как он интересно поднимется теперь? Я не знаю. Слушай, а ух, как закрыто, страшно да, это уже? Смотрится на самом деле, когда цунами над тобой висит. Оно нависает, да? Нубик, что, как будешь подниматься? Просто. А? Как дела? Просто. Просто? Так как нельзя просто? Делать, столбик-то сломай за собой. Нубик. А, я сам теперь упал за тебя. Ты что сделал? Ты все это. Ты что, офигел, что ли? Взял меня, тут еще, короче, срубился. Оно шире стало, резко шире. Да шире, конечно. Ой, Нубик, пошли быстрее внутрь. Сейчас я сделаю все. Тут пчелы еще наши живые под водой. Давай, скорее, скорее. А, ё-моё, давай заходи быстрее. Хрюшки плавают. Нубик, смотри. Нубик, заходишь или нет? Твои хрюшки любимые плывут. Нубик. Че, а там нормально все? Ну как, тебе приятно, нравится тебе так? Нормально тебе ставят, когда было? Тебе прикольно? Слушайте, над нами все, над нами погнали, цунами сейчас будет опускаться. Уже, погнали, все, оно близко, оно уже очень близко. Так, момент жесть, истины, момент истины, это... момент сейчас истины. Цветок накрывает, цветок накрывает. Че такое? Я слышу, что? Какой скину, сейчас тебя сам скину, понял? Все, слышь, сейчас улетишь. Слышь, спокойно, все, хорош, успокойся. Цунами. Так, все, погнали внутрь. Смотрите, как цветок накроет. Пошлите вода. Внутрь, пошлите внутрь, пошлите уже внутрь, внутрь, потому что ждать больше не надо, я наверное. Посмотреть. Он прям над нами сейчас. Над нами несется вся эта волна. Че ты делаешь? Че он смеется опять? Нубик, у тебя что-то полностью с глазами не то. У тебя голова узкая, леска толстая там. Лев, я хотел посмотреть. Чего? Какой плоский? Че он несет вообще? Фигню какую-то несет. Не-не-не, такого нет, на самом деле. О, все там накрывает. Там накрывает, там здравствуйте уже. Добрый вечер начинается, как говорится. Цветок, кстати, под водой наш. Полностью уже. Все. А, ну все. Головку, короче. Да, и так, несколько лет. Стоп, а он получается. Он полностью выцветает. Он полностью выцветает, получается, после этой воды. Так, интересно, цунами, конечно. Здравствуйте, добрый чё, вечер. Что, идем или нет? Давайте так, я уже надо хочу посмотреть, поплавать. Чтобы пчелу полностью закрыло. Так, ну, опа, все, закрываем. Я тебе помог. Спуститься. Все, пошел отсюда. Он мне надоел уже, реально. Достал меня. Я ему предупреждал. Он слушает меня, нет, не слушает. Все, он полетел тогда отсюда. А пока всем, я серфить буду. Пока серфить. Все, полетели. Ладно, тоже серфить. Так, сейчас вот так все сделаем. Давай, поднимайся. Так. Так, пузырьки воздуха заканчиваются, скоро будут. Серьезно, видишь нас? Да. Серьезно? Ай, я упала. Ой, Нубик, привет. А ты что это тут? Ничего себе. А ты что под водой оказался, я не понял. Нубик, ты как так-то вообще? О, ну ты даешь, он под водой оказался, прикинь, как ты резко ко мне переместился. Я даже не понял, что произошло. Нубик, ты как это сделал? Откроешь мне секрет? Подождите. Ой, слушайте, у меня воздуха, походу, не хватает, чтобы доверху доплыть. Мне тоже не хватает пока. У меня что-то все. А нет, хватит. Тут по половине сердечки получается, все отнимается. И есть, так, ну, я пожалуйста, поднялся. Пожалуйста, я поднялся, все, я как-то. О, ура, я тоже поднялась. Так, я на месте. И наша пчелка, к сожалению, тоже, получается, полностью меняет свой цвет, она становится непонятной, она как-то выцветает. Я не вижу, какого цвета она. Под водой, так, короче, даже лодка? И не скажешь. Лови лодку, это моя! Лови, давай. Моя! Лови! Давай! Так, давай! Эй! Все, пошел, Нубик, не будет у тебя лодки. Леска, беги от него, он тебя сейчас замочит с твоей лодкой. Нет. Короче, под водой, так, посмотрим. О, смотрите, наши пчелы взлетают. Смотрите, наши маленькие. Да вы идите сюда, смотрите, как пчелки маленькие взлетают под водой. Они ой, бедненькие, это... слушай, они видишь? Же задыхаются. Видишь, нет? Стой. Они же взлетают, да? Или нет, мне показалось. Нет, мне кажется, их уже просто смывает вода, наверное. Короче, понимает. Надеюсь, что они, если что, поднимутся. Тут, кстати, обрыв. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось, и у Нубика не удалось сломать мою лодку, потому что у меня лодок очень много, и как бы ой, как-то Нубик. Так. На связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Я упала! Я упала! Всем пока-пока!